Посетители торгового центра «Видное» на улице Лемешко даже не догадываются, что его хозяева задолжали государству больше 7 миллионов рублей. Рабочий процесс идет, арендаторы и покупатели есть, а значит и заработок имеется, но руководство здания долгое время игнорирует свою обязанность об уплате налогов. Не первый месяц судебные приставы пытаются застать сотрудников администрации, и вот им, наконец, улыбнулась удача. Представитель собственника начинает оправдываться. У нас из 7 миллионов там осталось 6 миллион. Из 6700 осталось 1 400 000 задолженности. Вообще ничего нет. Если налоговая подтвердит, да, по производству сведения такие же. Изменений никаких вообще. 1 400 000 остаток задолженности. Сотруднику торгового центра предложили написать объяснительную, в которой он изложил свое видение ситуации, а судебные приставы произвели арест здания. Если в течение 30 дней собственник не оплатит задолженность, помещение оценят и выставят на торги. Мы за 3 месяца погасили из 7 миллионов большую часть, то есть получается в размере 5 600 000. Я думаю, что мы этот остаток погасим в ближайшее время, и все будет. И не будем далее нарушать законодательство и прочее. Просто попали в такую ситуацию. Тем не менее, юридических лиц, у которых крупные задолженности, в Ленинском районе становится меньше. Налоговые инспекторы отмечают положительную динамику. С оставшимися проводится тщательная работа по взысканию. Осталось уже небольшое количество должников. Мы ведем очень такую работу с ними. Они приходят и на совещание в администрации проходят, и к нам в налоговую приходят, мы их вызываем. То есть ведется работа с такими должниками и снижаем потихонечку задолженность. Крупными должниками считаются те, долг которых превышает 300 тысяч рублей. Сумма одинаковая и для юридических, и для физических лиц. Последних поймать еще сложнее. Часто они просто не открывают двери. Опрашиваются соседи, то есть проживает должник или нет. Такое бывает, что и в длительное время должник отсутствует по адресу. Также оставляем в двери почтовом ящике требования о явке к судебному приставу, постановление о возбуждении для уведомления, что ведется исполнительное производство. У этого должника, которого приставы дома не застали, долг по транспортному налогу более 350 тысяч рублей. В собственности 2 дорогостоящих автомобиля, а налог за них он платить не хочет. Юлия Погосян, Владимир Андрианов, Ольга Садовская, «Видное ТВ».